А вот и сюжетик. Это все, лорд Дэвид. Я молюсь за наш успех. Зайчики такие, блин. Вы здесь? Кто это был? А, да, посланник из Семи Пласа. Прислан герцогом Кубином. Он хочет предупредить нас о неком вторжении неизвестных войск в Блэкдейл. Он полагает, что это войска герцога. Кора, мы должны немедленно это разузнать. Но я думал, что Блэкдейл принадлежит Атлуму. Почему ты тебе вмешиваться в твои дела? Это была просто просьба, а не приказ. И хотя мы союзники, фактически Атлум находится под управлением села Полниса. Нам ничего не противопоставить. Хм. Итак, что тебе нужно от меня? Ты присоединишься к нам в нашем исследовании. Почему это? Пагус? Да, хм. Согласно сообщению, войска Гора, которые вошли в Блэкдейл, были во главе с магом, одетым в белое. Это еще не все, они также были в сопровождении летающего ремнанта. Похоже, это наш старый знакомый. Видно, этих парней мы видели в Дилмуре. Мы должны поторопиться, приготовьтесь к отъезду. Подожди, ты идешь? Не слишком ли важен для этого? Меня тоже попросили пойти. Если больше нечего, это должно удовлетворить мое любопытство. Мы идем в Блэкдейл немедленно, все ясно. Да, мой господин. Ах да, Раш, хочу кое-что тебе дать. Эмма, ты не могла бы... С этого момента бои будут все ожесточеннее. Надеюсь, эта куртка сделает их чуть более легкими для тебя. Спасибо, Дэйв. Дэйв и Этери долго присоединились к команде. Маг в белых одеждах и летающий ремнант были замечены в числе отрядов, вторгшихся в Блэкдейл. Без сомнения, это с ними мы пересеклись. В Дилмуре. Будем осторожны, их нельзя недооценивать. Голова на плечах нам еще понадобится. Черт, я не с ним хотел поговорить. Зашло так далеко, что лорду Дэвиду придется удовлетворить часть их требований. Села Полис обожает ставить нам палки в колеса. Тем не менее, это хороший шанс узнать, что на уме у этого мага в белом. И в этот раз он так легко от нас не уйдет. Раш, если у тебя есть несколько лишних компонентов, можешь отнести их в магазин модернизации. Там могут здорово улучшить твое обмундирование. Хотя для непосвященных может показаться, что мы равны на самом деле. Атлум находится во владениях Сила Полиса. И что касается приказа лорда Дэвида поймать группу неизвестных, то такой ситуации в дальнейшем я хотел бы избежать. Сила Полис обнаружил людей, попадающих под описание тех, с кем мы столкнулись в Дилмуре. Они просят, чтобы мы разобрались с этим. Как закончишь приготовление, мы отправимся в Блэксэйл. Ладно, пойдем по магазинчикам. Хотя...
Ну тут вроде не магазинчики, а так. Но это болтает все одно и то же. Вот это офигеть, чувак. Дорогой ты. У меня броня, главное, крутая, да? Вроде ничего не видно, но я типа должен быть крутой. Ух ты. У меня два отряда с кучей людей. О, это прикольно. У нас опять толпа. Ну это по жизни закрыто. Вдруг пригодится, я не знаю, как ее использовать, но вдруг я смогу что-нибудь сделать ей. Раз научу еще отъедем.
прям болтали про какую-то штуку, что они что-то могут улучшить. Что-то я не вижу, что где-то еще можно было что-то модернизировать. По-моему, никто вообще ничего не модернизирует. О! Только поговорили. Забавно. Однако. О, боже мой. Да, жесть. Количество ноль. Да. Ой. Боже мой. Улучшить. Клево. У меня все равно никогда нету. Да. Ну ладно. Ну и лучше это ничего. О, интересно, новые штуки открылись. Можно улучшать чем-нибудь. Если я что-нибудь соберу когда-нибудь. А то у меня, кажется, ничего нет. Ну ладно. Джекпот. Дэйв. Я Давид Насса, маркиз Атлума. Ваше присутствие здесь оценивается как акт агрессии против Атлума. Немедленно сложите свое оружие и назовите ваше имя и намерение. Если вы не подчинитесь, у нас не будет выбора, кроме как применить силу. Я дам вам только один шанс, теперь сдавайтесь. Что ты делаешь? Разговоры не остановят этих парней. Пусть будет так, мы заставим их сожалеть о дне, когда они вошли в Атлум. Всем заряжай! Ух ты, я не записался. Перед битвой облом. А я к ней записался. Ай-яй-яй. А то есть те сами по себе воюют, что ли?
получаться. Что-то эти сами там по себе не особо хорошо воюют и все мочат. Да. Посмотри, что он умеет, а? Что-то как-то все печально вообще. Что-то не совсем плохо.
Ух ты как! Черт возьми! За ним! Чувак сбежал. Ха-ха-ха. Да, это было внезапно. Клево. Клево. Почему ничего не показывается? Что сила меньше, вот не знаю. У меня еще два браслета. Забавно. Зачем мне столько браслетов, а? Я могу себе еще аж подобавить. Клево. Да. Боевая леопарда. Забавно. Откуда-то у меня так взялось. Тридцать 38 атака. Нормально вообще. Ну да, тоже было ручное. Это интересно. Блин, зачем мне двуручный клинок, который всего 26, когда у меня есть боевая алебарда двухручная 38? Я не знаю, зачем я купил. Я не знал, что она двухручная. Ну ладно. Когда слабенько двуручная, да. Когда есть алебарда. Ну ладно. Ладно.
А что толку проверять снаряжение, если его менять нельзя? Я могу проверить снаряжение. Да. Офигеть, еще и стили можно менять. Забавно. Прикольно. Еще и стиль можно менять. Impressive, huh? Забавно. Checking my stats, huh? Consider well the strength of the entire party. У вас нет карты, карты-то у вас нет? Come on, let's kick some A! Ta! How you like that? Attack them from that place!
Creeping around. Come!
Let's do this! Hit him hard, hit him fast! Come on, let's kick some A! Ah! You okay? How you like that? Let's do this! The winner's the one who strikes first, yeah? Let's kick some A! Attack them from their flank! У вас, говорит, нету карты. Карты-то у вас нет. Let's do this! Come on, let's kick some A! How you like that? Attack them from that flank!
Okay, later. Come on out! Okay, later. Come on out! Okay, later. Let's do this! Come on, let's kick some A! Attack them from that flight! Let's do this! Come on, let's kick some A! Bring it on! Nice! You okay? Okay, later. Let's do this! Come on, let's kick some A! How you like that? Sweet! Let's do this! Come on, let's kick some A! In your fire like that! Strike at their flank!
Let's do this! Let's do this! The best defense is a good offense. Come on, let's kick some A! No chance! Attack!
Let's do this! We shall stop them here! Ah! Steady there! Let's do this! Come on, let's kick some A! Check this out! How you like that? Attack them from that flank! Let's do this! Come on, let's kick some A! Check this out! How you like that? Okay, later. Come on out! Okay, later. Let's do this! Come on, let's kick some A! Check this out! Let's do this! Come on, let's kick some A! Bring it on! Ah! Attack them from that flank! Thank you.
Ох ты. Ирина, ты должна призвать этот ремнант к себе, ты должна выпустить его силу. Привязать. Ремнант. Эта сила способна изменить мир, да ведь это могло бы возродить даже мертвого. Ты имеешь в виду? Ты хотела бы увидеть своего брата снова, не так ли? О, дура, он и так жив. Черт. Вот обманщик. Вот идиот. Он же жив. Ирина. Раш, у них есть заложник, ты должен оставаться спокойным. Но... Послушай, эти люди опасны, и мы не знаем, на что они способны. Так-так, сам Маркиз Атлума. Вы знаете меня, какая удача? Ваши акты агрессии не остались незамеченными. Мы знаем, как вы управляли Рабрасоу и Чиевой. И также не забудем похищение. Ваши действия нарушают соглашение Конгресса. И за это вы будете наказаны. Мы оба разумные люди, Маркиз. Человек столь высокого ранга, как вы, понимает бесполезность некоторых законов. Но я понимаю, мы уйдем, если вы пожелаете. Мы не смеем делать то, что вас расстроит. Это все? Нет, вы немедленно освободите ее и сдадитесь. Вы думаете, что мы не будем сопротивляться вам только потому, что вы Маркиз Атлума? Ваша уверенность подразумевает, что вы не один? Кто ваши союзники? Наверное, герцог Гор? К тому времени вы должны были получить ответ из Академии. Или отсутствие такового. Вы из Академии? Мой дорогой Маркиз, Ирина особенная. Ее родители отчаянно желают, чтобы она приняла участие в нашем исследовании. Она наконец поняла это. Просто мы неудачно начали. Лжец, ты идиот. Ирина, я знаю, что ты не хочешь находиться тут, но сейчас все хорошо, я тут. Это я, Раш, твой брат. Жаль, что он не обладает силой своей сестры. Маркиз, пожалуйста, придержите вашего молодого друга. Считайте это помощь в нашем исследовании. Раш, оставайся на месте. Нет, я собираюсь пойти спасать свою сестру. Маркиз, я полагаю, что это в ваших же интересах остановить вашего маленького друга. Иначе я боюсь, что ваша жизнь может быть в опасности. Я думаю, что ваша история странная. Вы пойдете с нами в Атлум для подтверждения этого в Академии. Вам недостаточно моего честного слова? Очень хорошо. Возможно, у меня получится убить вас с помощью силы.
как его снуги. Да ты издеваешься.